Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И спасибо всем, кто оказывает поддержку. Я расскажу сейчас о простом, но очень эффективном методе, как преодолеть черную полосу. Важно понять суть этой проблемы. Черная полоса, она просто так не наступает. Если у вас затянулся этот период, период проблем, период неудач, это говорит о том, что в жизни вы подошли к какому-то поворотному моменту. И уже давно пришло время принять какие-то решения, сделать какие-то нужные шаги. Но люди часто их не делают. И не потому, что, может быть, боятся делать это, или, может быть, не хотят, а потому, что просто их не видят. Вот суть черной полосы еще в том, что она немножко как бы застилает видение. И вы не видите вот эти дороги, не видите решения, не видите, вот какие шаги вам нужно сделать. То есть не понимаете, что происходит. Вот этот ритуал, он поможет убрать все препятствия, увидеть или открыть вот те дороги, которые вам нужны. Что для этого необходимо? Ритуал не привязан к лунной фазе. Делать его нужно вечером. Вечером, перед тем, как лечь спать, возьмите столовую ложку соли и насыпьте ее в какую-то баночку, может быть. Или в какой-то, может быть, одноразовый стакан, или вообще любую другую посуду. И поставьте у изголовья своей кровати, на тумбочку или на стул. И пусть она будет там всю ночь. Утром, когда проснулись, пошли принимать водные процедуры, возьмите эту соль с собой. Нужно насыпать ее в правую или левую руку. А затем вот руку с солью нужно подставить под проточную воду, так, чтобы вода начала смывать соль. И вот в этом процессе важно прочувствовать, что вот эта соль, это ваши проблемы, это ваши заботы, это вот вся вот эта ваша черная полоса, вот она смывается водой. И вот чувствуя это, произнесите такие слова, такой заговор. Соль растворяется, чернота смывается, дороги мои открываются истинно. И после того, как соль вся смылась, вот тогда только сами умывайтесь. А посуду эту, где ночью соль была, то есть какую-то баночку или стакан, это все нужно в этот же день выбросить в мусор. И после этого ритуала у вас проблемы начнут решаться. Видение начнет открываться, и вы примете правильные решения. То есть черная полоса останется позади. И еще, друзья, вот если вы будете мыть посуду не так, как обычно, а немножко другим способом, то деньги и удача к вам обязательно придут. Посмотрите видео, которое сейчас на экране. Вот там все подробности. Благодарю вас за внимание.